вкусный чай из самовара, выпечка и разговоры по душам. Именно так встречаются добрые соседи. В Международный день соседей местные жители и гости пришли в Знаменскую библиотеку, чтобы пообщаться и интересно провести время. И сегодня это мероприятие мы проводим в формате чаепития, вопрос-ответ. Собрались жители, соседи, общаемся. Они нам рассказывают о своих вопросах, проблемах, помогаем их решать. Гостям удалось пообщаться с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым, одинцовскими активистами «Единой России». Именно библиотеки – наиболее подходящее место для таких встреч, уверены организаторы. Здесь ежедневно проходит масса событий для всех категорий граждан. Мероприятия, приуроченные к разным политическим событиям, мероприятия, приуроченные к юбилеям наших писателей, поэтов. Также у меня можно получить консультации по работе в личном кабинете Мосгаз, Мосэнергосбыт. Налаживание таких добрососедских отношений – залог создания благоприятных условий для жизни. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».